Привет, я Лунтик, я снова с вами. Тайный помощник. Мне сегодня жучок такую историю рассказывал. Он вчера заблудился в лесу и уже было потерял надежду на возвращение. И вдруг кто-то стрелками указал ему дорогу к дому. И главное, непонятно, кто ему помог. А я утром качалась на качелях, и они сломались. Пока я летала за пчеленком, качели кто-то починил. И главное, не выяснить, кто это сделал. Никто не признается. Помощник, но какой-то тайный. Придумайте тоже. Да, таких не бывает. А давайте выследим тайного помощника. А что? Это идея. Представляете? Он нам тоже помог. Тайно починил наш патефон. Вупсень, отойди. Нам ничего не видно. А? Спасите! Помогите! Я ногу подвернула! Скорее на помощь! Никого. Выходите. Ничего не вышло. Значит, кто-то знал, что это понарошку. А знали только мы. Значит, тайный помощник среди нас. А я знаю, кто это. Это Лунтик. Кто же еще? Точно, это Лунтик. Мила, это не я, правда? Лунтик, Лунтик, ура! Да здравствует Лунтик! Ура тайному помощнику! Ура! Ура! Это не я, не я, точно вам говорю. Ура! Ура! Ты очень добрый. Спасибо. Но я ничего не делал. Лунтик молодец. Лунтик молодец. Лунтик, ты очень сильный. Спасибо тебе. Вы ошибаетесь. Молодец, внук. Я горжусь тобой. Ловко ты 10 бочонков меда насобирал. Я даже глазом моргнуть не успел. Я этого не делал. Мой внук очень скромный. Ай да Лунтик. Ура! Да здравствует тайный помощник! Ура! Да здравствует Лунтик! Нет, это ошибка! Лунтик! 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 Подождите! Тайный помощник — это не Лунтик, это кто-то другой! Кто-то починил мостик через ручей! А Лунтик все время был с вами! Да, кто же это? Хоть мы не знаем, кто этот тайный помощник, но пусть он знает, что мы ему благодарны. Верно, пусть знает. Ага, мы ему очень благодарны. Да, верно, он молодец. Да, молодец, молодец. Погода класс, сейчас искупаемся. Я и есть настоящая супергусеница. Нет, это я настоящая супергусеница. Нет, я! Я! Ну, я тебе сейчас покажу. А ну, стой! Вупсень-пупсень книгу забыли. Таинственный герой. Корней Корнеич не может найти свои очки. Мы поможем. Так вот кто у нас в лесу. Тайный помощник. Я хотел их поблагодарить. Не будем им все портить. Ведь они хотят совершать подвиги тайно. Сколько еще добрых дел ждет наших неизвестных героев? Ну, или почти неизвестных, но героев уж точно.